С 2006 года на территории России реализуется закон о рекламе. В этом году был разработан порядок обращения с рекламной конструкцией, установленной на территории Славянского района без разрешения. О том, какие штрафы грозят нарушителям и как получить разрешение на установку рекламной конструкции, расскажут наши корреспонденты. Специалистами администрации Славянского района совместно со специалистами Славянского городского поселения систематически проводится мониторинг рекламных конструкций, расположенных на территории города и района, в соответствии с правилами благоустройства и закона о рекламе, касающиеся световых вывесок, рекламных конструкций и витрин. В соответствии с законом о рекламе, статьей 19, пунктом 9. Установка и эксплуатация рекламных конструкций возможна только получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выданного администрацией. Чтобы получить разрешение, необходимо обратиться с заявлением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в администрацию, либо в МФЦ Славянского района. Рекламная конструкция, установленная без разрешения, подлежит демонтажу. Выявление факта самовольной установки и эксплуатации рекламной конструкции является достаточным основанием для возбуждения дела об административном правонарушении и грозит нарушителю штрафом на граждан от 1000 до 1500 рублей, на должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».